Так, ребят, это будет офигенным пранком. Поставить очень много-много лайков. А кто не подписан, обязательно подпишитесь. И подпишитесь на мой канал. О, а вот Лили. Это светильник, это комната такая, в туалет. А это моя комната с медовочкой. Это... Прятки. Ой, господи, она бежит, меня напугает. Сиди. У меня есть коронка. И у меня есть ключ. Это такая ванна. Это моя комната с чем, чтобы не бегать. Она кушает. Она рада, что у нее появилась снова мама. А у меня есть бабр-кружечка. Есть. Хочешь, я тебе ее дам? И тебе отличный еще айскримс. Ты хочешь айскримс? А, у нее уже есть. Что? Это же Вика! Это же моя дочка Вика! А моя дочка Настя, она в моей семье была, и все. А теперь у меня есть дочь. У нее есть свободное место. Я приду. И в школу запрусь дверь. В школу? Вот моя ненаглядная. Послушалась, малышка, молодец. Послушалась маму. Раздавила почти что маленькую девочку. Я еще мужу пиши, я кто хочет. Я с дочкой. Цыпленочек! Какой маленький. А, в школу сначала, потом папу найдем. Нормально, мы пойдем. Вот, мы почти что в школе. Сейчас я переоденусь. Ректор этой школы. Я директор этой школы. Дочка. Молодец, я переоденусь снова. Что? Да. Я. Да, я. Я поставлю
поставлю тебе 10. Я поставлю тебе 10. Я поставлю тебе 10, потому что я реально. Но тут комната Пэта. Ладно, мы не найдем папу для тебя. Лагерь, зачем тебе? Ты что, хочешь заболеть? Ладно, будем выполнять ее желание, потому что... Вот реально, я не хочу тебе еще одну дочь. Двоих дочек. Одна дочь мне хватает. Ладно, пошли. Пошли. Идешь? Ли. Молодец. Пошли. Я не знаю, где это. Я пойду. Сейчас дочь. Была первая дочка, она была непослушной, а вторая дочка была почти что послушной. Боюсь. Вот лагерь. Молодец. Переодеваться быстро. Я снимаю. Ты что? Ты снимаешь? Да. Нет. Давай, да снимай ее, переодеваться быстро. Хорошо. Это моя дочка в адоптами. Офигеть. Ее зовут Лили. Обалдеть. Палата. Я уже занята палата. А тут будет... комната для моей. Куда она идет? Ой. Ага, пошли. Не хватало этого, еще больницу ее. Она не поняла, что я учитель этой школы. Я директор этой школы. Я ей поставила 10, потому что моя дочка, она старается. А если бы она не старалась, я ей поставила 2. Я знаю, где больница, вот. Вот больница. Это настоящая мама. Мамуля, я. Сначала пойдем по больнице. Не хочу. Будешь. Напишу. Ты не хочуха. Ты не хочуха. Если не хочешь. Давай, а то ты попадешь в страну не хочу. Ешь. А то попадешь в страну не хочу. Ешь. Попадешь в страну не хочу.
Не тебе я хотела моей дочке сказать это. А то попадешь в страну не хочу. Ешь. А то попадешь в